нас, Миша, мы не особо хорошие аналитики, конвертеры, упаковщики, продавцы. Если много, у нас есть одна вещь, мы умеем хотеть. Яростно, сильно. Ваш факт – это ваша способность мечтать. Все. То есть вы получаете то, на что вы мечтаете. Создание иных миров. Читайте про фантазийные другие миры. Учитесь сочинять миры внутри себя. Цель очень любит, чтобы вы старались. А что такое стараться? Что такое стараться? Стараться – это очень важное слово. Стараться – это делать лучшее из того, что вы можете сейчас сделать. Вот это стараться. Цель должна вести к счастью. Если цель к счастью не ведет, это плохая цель. Счастье понимайте объективно. Для себя. Три кита человеческого счастья – это деньги, здоровье, семья. Все. Дополните чем-то своим, я не знаю. Нет, по-моему, ничего больше. Сейчас я вам хочу 9 правил дать, которые мне кажутся очень важными. Цели меня сформировали. Они стали для меня проводником. Не знаешь, что делать цели. Цель. Цель – это факт. Факт – это реальность, это на самом деле. У нас с Мишей, мы не особо хорошие аналитики, конвертеры, упаковщики, продавцы. Если много, у нас есть одна вещь – мы умеем хотеть. Яростно, сильно. Для того, чтобы хотеть, кстати, энергия нужна. Энергия нужна. А вот хочу вам прокомментировать 9 правил таких. Первое. Мечта, высший смысл создает веру. Вера создает цель. Цель создает действие. Действие создает факт реальности, факт, в котором вы живете. То есть ваш факт – это ваша способность мечтать. Все. То есть вы получаете то, на что вы мечтаете. Что целесообразно тогда сделать, если вы это понимаете? Тренировать мечтание. Как тренировать мечтание? Рассказать? Читайте фантастику. Толкин, Макс Фрай, книга «Чужак». Обязательно рекомендую. Вот номер один. Не бизнес-литература, Макс Фрай, «Чужак». Создание иных миров. Читайте про фантазийные другие миры. Учитесь сочинять миры внутри себя. Ведь мы что делаем с Мишей, вы заметили? Мы тупо сочиняем мир, который нам, в котором нам хочется жить. Все. И нас это зажигает. То, что нас зажигает, формирует веру в том, что мы это можем. То, что можем, формирует цели, цели действия, действия факт. Дальше, второе. Письмо рождения, слово уважения. Что это значит? Если вы хотите родить цель на свет, ее надо записать. Не записанная от вашей руки цель не будет работать. Просто факт. То есть цель должна быть записана. А после того, как вы ее записали, о ней надо рассказать. Цель как женщина, понимаете? Вот бывает ведь такая женщина, да, ну, я не знаю, ну, типа, ты вроде с ней встречаешься, ну, потому что другого варианта нет, но когда с друзьями там, ну, особо ее не берешь с собой. Так. Понимаете, да, о чем это? Ну, она там стрёмная просто, ну, дома ничего. То есть цель – это женщина. Она, ей нужно внимание. Понимаете, вот образ женщины, пусть у вас цель будет образ женщины. Для мужчины это женщина, для женщины это подружка, да? Цель – это женщина. Как с женщиной надо себя вести? Главное правило поведения женщины. Хотите, расскажу? Стараться. Стараться. Цель очень любит, чтобы вы старались. А что такое стараться? Что такое стараться? Стараться – это очень важное слово. Стараться – это делать лучшее из того, что вы можете сейчас сделать. Вот это стараться. Ведь женщина, она очень понимает легко, ты стараешься или нет. Правильно? То есть для тебя это важно, то, что ты делаешь или нет? Не обманешь. Очень четко отделяет. На самом деле ты стараешься или ты так? Ну типа. Вот цель – это женщина. Ее надо как бы к ней… Ей надо цветы дарить. Ей надо, о ней надо друзьям рассказывать с уважением. Типа, это моя цель. Знакомьтесь. Цель – это светлый отблеск мечты. Мечта – светлый отблеск пути. Путь – светлый отблеск души. Ну, это просто запишите, поразмышляйте над этим. Что цель – она – это отблеск мечты. Видимый. А мечта – это отблеск нашего пути. А путь – это отблеск души. То есть вот этот путь, к которому ведет мечта – это то, что для нас является самым, это встреча с самим собой, настоящим собой. Тем, кто вы есть на самом деле, а не тем, кем вы притворяетесь на 20 тысяч рублей. Вот путь, он там. Цель должна вести к счастью. Если цель к счастью не ведет, это плохая цель. Счастье понимайте объективно, для себя. Ну вот я написал 2. Служение и умножение. То есть 3 кита человеческого счастья – это деньги, здоровье, семья, все. Дополните чем-то своим, я не знаю. Нет, по-моему, ничего больше. Дело, через которое ты несешь пользу, служишь. Что такое? Я же вам служу здесь, вы понимаете? Я здесь для вас. Я произвожу служение сейчас. Волонтеры, они вам служат. То есть я вам служу, я здесь для вас. Это служение. Это не как бы... Это служение, ну вот просто вот так. Волонтеры, они что тренируют? Они тренируют служение. То есть бескорыстное помогание. Это огонь вообще. Я вам служу. А знаете, почему я деньги беру с вас за это? Знаете почему? А потому что если бы вы здесь сидели все, и вы бы не заплатили деньги, вы бы не получили ценность. Просто факт.
И чем больше вы будете платить деньги, чем больше для вас будет ценность. Это мое служение, с вас брать деньги. Ну да. Но на самом деле, ну зачем? Чтобы ценность была. Вот я почему жесткие разборы перестал проводить? Ну перестал. Ну потому что я не против, я могу бесплатно хоть все дни. Нету такого, как бы, ну как сказать, отклика нету такого. То есть неценно. Человек, и нарушается энергетический баланс. Человек должен отдать, чтобы что-то получить. А, курица, яйцо, курица плюс один. Но это как бы правило о том, что все должно вести к тому, чтобы ваши дети были лучше, чтобы дети, которые лучше, чем вы, родили детей лучше, чем ваши дети. Понятно? Нет? Простая логика. Ну, короче, чтобы следующее поколение стало лучше реально, чем вы. И чтобы так их воспитать, чтобы они родили лучше. То есть это древняя базовая штука. Но если ваша деятельность не ведет к тому, чтобы это происходило, это плохо. 5. Мысли глобально, действия локально. В чем фишка? Мечтать надо максимально дерзко, а планы кинжала ставить максимально реальные. Это вообще огонь. В мечтах не сдерживайте себя. Пусть там главные эмоции. Главное, чтобы вас реально перло, чтобы вы хотели. А в действиях то, что вы 100% сделаете. То, что вы 100% можете сделать. Цель должна находиться в области ближайшего развития. То есть вы ее должны понимать. Мечту вы можете не понимать, как сделать, но цель вы должны понимать, как сделать. Цели должны вести к трем китайцам простого человечка сейчас. Дело, личная жизнь, здоровье. Единственный способ решить проблему – вписаться в проблему большего масштаба. Взять обязательство. Вписаться – это единственное. Все. В каждый момент, а еще одна штука. В каждый момент времени ты знаешь, что тебе надо сделать – делай. Вот это маленькая, ну, такая теория по целям. Надеюсь, она может быть вам полезной. Нравится? Нравится. Огонь. Это вообще number one.